Снова всем привет на канале Олег Нестеров в Брест. И сегодня мы снова ведем свой репортаж с этого замечательного города Рязань. И наш совместный проект Брест-Рязань, а именно автошкола. Сегодня мы находимся на базе Sky Motors, и сегодня у нас второй день практических занятий. Вчера ученики очень порадовали, а порадовали тем, что они очень быстро ухватывают материал, ну и не только это, а особенно радует их отношение ко всему этому мероприятию, так как они с их скринкой и видно с огромным желанием ко всему подходят. Вчера пистолет было просто не забрать, если честно. Но сегодня они будут красить, а сегодня они будут красить серебром. Это один из самых сложных цветов, и кто из маляров красил, тот меня знает. На этой краске появляются и яблочность, и полосы. И мы их сегодня будем учить, как этого избежать. Ведь если они покрасят серебром, они уже могут красить любой краской. Так, ну мы уже начали, на самом деле я немножко отвлекся. Просто это с виду у нас все спокойно, но на самом деле у нас тут целый консилиум собрался. И профессиональная фотосъемка, и люди с телевидения. Это Евгений, голосуем за Евгения. У Евгения есть свой канал на YouTube, автономия.ctv. Так что за нашими уроками можно понаблюдать и там. Мы начинаем регулировать пистолет. Так, воздуха много. Курок открывай. Уже мало. Открой курок, смотри, сколько у тебя давления. Вот это на всю, да. Ты нажми и держи, что ты делаешь. Вот, больше чуть-чуть. Ну-ка. Вот так оставляй. Поближе. Так, факел разбегай. А все? Это у тебя факел? Это подача краски. Вот. Серебро вообще старайся как бы такими вот небольшими напылами, сильно мокрые слои не давай, чтобы блестело. Вот, теперь вот, вот эту вот чуть-чуть покрась. Быстро не води. Помедленнее. Во, вот так вот. Как бы нежно, вот смотри. Так, ну и у нас вот тут организовалась небольшая такая оказия. Задели шлангом. Ну, как бы это и хорошо, ребятам показал, как убрать это. То есть мы сразу не засняли, жалко. Убрали 800-очкой и покрыли 800-м грунтом. То есть выровняли всю поверхность. И теперь на мокрую, не перетирая, потому что вот мы сколько, 5 минут назад где-то, да, загрунтовали? Да. То есть не перетирая, начинаем закрашивать это место. Давай, сначала припылишь чуть-чуть, не торопясь. Давай, издалека сначала начинай. Вот поближе подводи. Поближе, поближе. Вот. Так вот. Все, давай выше пошел. Проход, полный проход делай. Потише веди пистолет, не торопись. Выше. Давай, 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 давай. Так, так, вот, да. Все, и последним слоем ты распылишь просто все. И слой пошел. Серега вроде все, ну у него видишь, давай, давай. У него закрашено уже. Сейчас подожди, сейчас он еще своим пройдет. И давай в свою сторону иди. Я, да? Ну, я его перелью туда еще. А, ну, давай. Ну, хорошо. Слой нахиляющий. Помедленнее можешь вести. И чуть поближе. Далековато держишь. Да, да, да.
вставай как удобно, выбирай позицию, как ты готов. Все, давай в эту сторону. Все торцы проходят. Анекдот. Итак, анекдот. Итак. И глаз такой в камеру должен. Сейчас еще раз анекдот. Ладно, не, анекдот, короче, такой. Не знаю, как его по культурнее рассказать, канал у меня все-таки культурный. Короче, мужик попадает в чистилище. Ну, две дороги, в ад и в рай. Ну, он проходит мимо, пока до чистилища идет, смотрит там. Девки, короче, голые, да, красавицы, короче, там мужик сидит под этим, под елочкой, короче, под райским деревом, виски попивает, да, ну все, короче, идиллия. Он думает, вот здорово, вообще классно, блин, вот это, наверное, рай, блин. Ну, и подходит к этому, к апостолу, говорит, а это что у вас тут такое, вот я проходил? Это ад. Хочу в ад, ё-моё! Тут, да ну... А ты что-нибудь плохого делал? Да я, говорит, и убивал, короче, и насиловал, воровал, матерюсь, пил страшно, наркоманы вообще кончены. Тот, ну, не знаю, это тебе надо к Богу, говорит, иди, поговори с ним. Тот, короче, поговорил. Ну, говорит, ну знаешь что, Петя, ты вот так вот, мужик-то, в принципе-то ты неплохой, у тебя и много хорошего было. Наверное, мы тебе дадим еще один шанс и отпустим тебя на землю. Ты там исправишь все свои лишние и вернешься мы тебя в рай. Тут думает, блин, ехарный баба, что делать? Бац, и, короче, в лифте очутился, да? А в лифте бабка старая. Он, короче, изнасиловал бабку, блин, там вообще жутко, блин. Из лифта выходит, домой приходит, с женой подрался, жену избил, короче, там на ребенка наорал. Ходил там, матерился по улице, короче, напился, блин. Ну и, короче, бац, под машину попадает, блин. И обратно. Ну, там буквально прошло, да, полдня. Ну, и апостол спрашивает, ну что? Да, говорит, куда меня? Тут говорит, да в рай тебя. Да, говорит, да как в рай? Я вот, говорит, убил там человека. Наркота, все дела. Короче, все прошел, все грехи сотворил. Говорит, а бабку в лифте-то помнишь? Ну, конечно, помню. Отмолила. Видишь, вот эти китайцы как валят. Они практически сразу закрашивают все. В отличие вот от импортных. Там не увлекаются, все не закрашивают. Еще можешь чуть-чуть пройти вот по соху. Такой более медленный. Угу. Не торопясь. Вот. Угу. Все, достаточно.
торопись, вот смотри, как идет у тебя. Сейчас уже можешь глянец ложить сбоку. Смотри, чтобы ты видел, когда глянец у тебя пошел. Давай. Видишь, глянец пошел? Так, молодец. Угу. И этот угол давай. Молодец. Ну и мы решили попробовать все-таки показать заодно трехслойку. Ребята справились с базой. И мы разбавили перламутра. То есть третий слой положим на красный цвет. Посмотрим, как это будет выглядеть. Работают ученики. Приготовим пистолетик. Чуть-чуть сейчас подсушим базу, потому что только закончили красить. И, в принципе, будем валить. Краска кристалл. То есть перламутровый такой эффект. Такого вот оттенка, а камера, смотри, не передает. Видно? Посмотрим. Так, межслойная сушечка. Да, она будет на солнце видно, так ты ее сразу не увидишь. Но все равно, вот видишь, как бы такой синий такой отлив идет. А лаком сейчас закатаешь, он будет ярче, этот эффект. Ну и хотелось бы познакомить вас с Вячеславом, пока у нас там идет межслойная сушечка. Это Вячеслав. Вячеслав занимается профессиональной съемкой. Все фотографии, что вы будете видеть в дальнейшем, на сайте или... И не только. И не только на сайте. Фото поддержкой у нас занимается Вячеслав. Очень профессиональный человек, очень красиво снимает свадьбы. Так что, если кто в Рязани, звоните по телефону. И как? Не только, Москва да. Дальше. Как телефон? 8-920-958-3408. Кто не услышал, перематываем, слушаем еще. Так что вот так вот. Очень красивые фотографии, очень хорошие работы. Сегодня я думаю, в дальнейшем, когда все это закончится фееричной фотосессией с Хаймером вместе и девочками, приглашенными моделями, безусловно, ну, там посмотрим степень обнаженности. Будет много большая степень! Я думаю, цензура Ютуба нам не позволит слишком сильно. Не, ну, сиськи да. прикроем, письки прикроем. Ну, этого прикроем. Будет достаточно, я думаю. Люди увидят. Короче, вас ждет очень красивая фотосессия. Короче, ждите. А свадьбы даже мы, наверное, твои куски небольшие покажем. Ну, это в дальнейшем. Да, мне понравилось. Вот сегодня мы смотрели готическую свадьбу. Интересно там. Не, интересно, действительно, мне вот понравилось. Такой стиль такой необычненький. Очень интересно. Короче, покажем вам потом кусочки. Да-да. Да. Всего доброго. Так что обращайтесь, кому нужно будет. Профессиональная съемка в Рязани. Милости просим. В Москве тоже таких специалистов мало. Так что, если что, мотаем на... В Москву так же работают. Да. Ну, смотри, синевой отдает. Опусти, опусти. Ничего, ничего. Опусти. Смотри, даже синевой, видишь, отдает. Угу. Такой, да, синевой? Да, есть. Угу. Ладно. Да. With Paradise Factory and the man Dr. Alban. All you beautiful people out there. Ну вообще понравилось, да, вот так вот? Да, берет даже вот что-то там фонарик, даже влияет. Более если взять дальше, короче, это не косяк, это вообще. Да, пыльца вот это уберется, то есть мы будем полировать. Посмотрите, как это все полируется, попробуйте сами сполировать.
Да? Да. Ну самому нравится, видишь? Конечно, нравится. Покрасишь себе Мерсу там. Ощущение. Понравилось? Всем понравилось. Всем понравилось. Замечательно. Чем больше понравилось, краской или лаком? Краска. Вообще понравилось, просто это все сделать. Процесс. Просто сам процесс. Тебе понравилось? Да, нам еще встретим год. Ну вот как бы и все. Прошел сегодняшний день. Ребята, молодцы. Мне понравилось, как сегодня все работали. Ну, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Хотелось бы пожелать всем здоровья крепкого, настроения бодрого. Друзей побольше, врагов поменьше. Жить интересной жизнью, участвуйте в чем-нибудь, да? Да вообще, не заставите на одном месте. Пробуйте, пробуйте все. Что-то новое вводите в свою жизнь. И, конечно же, добра и бабла. Правильно.